Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Роза. Мы сейчас поговорим о трех новых данжах, которые ввели в игру. Заходим в меню, открываем подземелье и открываем групповые данжи. Что мы видим? Первый данж — это воскресенье, вторник, четверг. Второй данж — понедельник, среда. И третий данж — пятница, суббота. В этот данж, конечно, можно пойти и соло, что я вам не советую. Особенно в третий данж. Храм печати. Вот, если вот эти два первых данжа проходятся очень изично, как бы, очень легко, то третий данж с рандомами лучше не ходить. Ребята, если вы пойдете в третий данж, вас ждет там просто, ну, вы умрете. Персонаж атакован. Первый данж. Там три волны мобов по 80 штук. И главный босс. Во втором данже надо защищать кристалл от мобов. Ну тоже, вот эти два данжа, они очень легкие. Очень-очень легкие. Вот третий, получается, вы получаете два сундучка и фрагмент ключа дракона, за который вы можете создать себе карту Агатиона. Шанс, конечно, 30%, но это реально. Но вам надо насобирать 40 фрагментов ключей. Вот вам нужно 40 дней, чтобы насобирать на карту синего Агатиона. И шанс 30%. Вы понимаете, это плюс Агатиончик. Это очень хорошо. Но также зеленая карта. Ну, тут 20 нужно фрагментов. Ну, дай бог вам повезло, и вы смогли скрафтить карту дракошки. Видим, бонус опыта плюс 6% у зелененького. Уменьшение расхода энергии плюс 6%. Точность плюс 1. И восстановление МП период плюс 6. Так. Смотрим синенький дракошек. Бонус к опыту 15%, уменьшение расхода энергии 22%, точность плюс 2 и восстановление МП период плюс 12. Если мы собираем 2 дракошечка, у нас получается коллекция. Весь урон плюс 1 и точность плюс 1. Это просто офигенно, это офигеннейший буст. Еще выпадают два сундучка. В одном сундучке позволяет получить следующий предмет. Орден славы от 3000 до 20 тысяч штучек. А тут получается выпадает фрагмент рецепта создания редкого оружия. Фрагмент рецепта создания редкого доспеха. Украшение. Фрагмент рецепта создания оружия гигантов. Фрагмент рецепта создания героического украшения. Фрагмент рецепта создания героического доспеха. Ну вы поняли. 4 раза в данжах был со среды. Сегодня уже 29-е. Мне сундучков выпали вот такие фрагменты рецептов. Ну тут тоже загвоздочка небольшая. Шанс успешного крафта 10%. У нас, короче, в клане человек скрафтил себе лук. Топчик. Вот такой лук. Лук Архангела. Но он получил рецепт. Создание рецепта. Чтоб нужно вточить любую синюю пушечку на плюс 10. Вы сами видите. И вы можете 100% создать рецепт создания героического предмета. И этот рецепт подойдет, чтобы, вот, к примеру, мне скрафтить посох Архангела. Ну, а вы можете походить в данжи и скрафтить рецепт. Но шанс создания рецепта 10%. И, как ни странно, в каждом данже, хоть вот этот данж и вот этот данж, они очень легкие. Но награда одинаковая, я не понимаю, почему так. Это какой-то стёб, типа, эй, ребятушки, типа, первый данж, тут так походили, да, такие. А, это изичка там, блин. Ну вот, третий данж. Третий лучше идти с двумя хилами. Это мой совет. Так как, ну, вот, смотрите на меня, просто, вот, мои статы.
Моя физзащита, скилл рез. Мне было с такими статами очень сложно, так как я free to play, то было очень сложно. Вот в третьем данже, вот этот храм печати. У нас под конец двух хилов закончилось МП. Танк умер случайно немножко. Вроде 4 босса как бы получается. У этих 4 боссов по 3 или по 4 охранника. Лучше сначала охрану вырезать, потому что она очень больно кусается. А потом босса. То, что мы ошиблись, я попытался сначала, говорю, типа, хлопчики, убивайте босса, а я это, охрану погоняю по кругу, короче. Это была глупая идея, потому что вы по ассисту вырезаете сначала охрану, а потом босса. Потому что последний босс, который будет там четвертый, он очень будет больно биться. И когда у хилов не было МП, это было очень сложно. У меня было 700 банок, они закончились к концу. Ну вот, видите, вот 700 банок красненьких и вот таких баночек 150. Вот все баночки закончились к концу просто. Я потом подключал все скиллы, оставил один хил. Даже МП реген выключил, чтобы ХП не хавало. Бля, тупанул. Все, я сдох. У вас нет зелья исцеления. Братик, я умираю. Это пиздец. Надеюсь, это последний. И про это просто было нечто. Ладно, вот такие вот три данжа добавлены в Lineage 2M. С вами был Розе. Всем до новых встреч.